Да там срач, там драка. Не драка, он что-то, они, короче, Бля, ты понял? Короче, покидали друг друга. Да, нормально. Сейчас что-то будет, слышишь? Да машина твоя, вон, смотри, движение такое. Кидают друг в друга какие-то палки, а кулаками... Блядь, они сейчас будут сюда идти, блядь, дебилы. А, ты против толпы, или ты что рядом? Блядь, пиздец. Пойду я, короче, машину заберу. Да опять петуханы какие-то, уже ж было такое что-то. Петарды, короче, побросали. Придурки. А тут эти сканеры приехали заранее. Да, это они вот вместе же приехали как раз. Что за вообще? Что за юные спортсмены, интересно? Там даже что-то рассказывали за там движок. Ну да, было уже что-то. Кого-то избили, да? А. Ну это я тоже так подумал. Пойди предложи им поработать. Слушай, один снимал. Надоело, надо размяться. Уля поливает их еще со шланга. Ёлка, это вообще. Со шланга поливай. Ты что?